Один из лидеров мировой науки, Институт физико-химических исследований РИКЕН, активно ведет сотрудничество с Казанским федеральным университетом. РИКЕН – крупный научно-исследовательский институт в Японии. Он проводит исследования во многих областях науки – физика, химия, биология, медицина, технические и компьютерные науки. 11 мая ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал договор о стратегическом партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН. Документ предполагает упрощенную форму взаимодействия между исследовательскими центрами и расширяет список возможных совместных проектов. Во время встречи с президентом РИКЕН господином Хироси Мацумото ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что развитие научно-образовательного партнерства между Японией и Россией имеет базовое стратегическое значение. Также ректор КФУ подчеркнул, что подписание общего многостороннего соглашения о партнерстве – это результат долгосрочного плодотворного сотрудничества на протяжении более чем 10 лет в различных областях, прежде всего в физике, химии и биомедицине. Уже оговорено, как именно будет проводиться дальнейшая работа. Прежде всего, это обмен исследователями и сотрудниками, научно-технической информацией, в том числе чтение лекций, проведение совместных семинаров и симпозиумов. Это обмен студентами, научно-техническими исследовательскими материалами. И, конечно, это новые совместные исследовательские проекты.